Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Praja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Teravana Chari Yamuna Teravana Chari
Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Так, сегодня мы продолжаем читать Шримад-Бхагаватам. Песнь 10, глава 1. Пришествие Господа Кришны в видение. Тексты 52 и 53. Текст 52. Эвам вимришьятат папам яват атмани даршанам пуджаямаса вайшаурир бахумана пурах сарам. Обдумав эту ситуацию настолько хорошо, насколько позволяли его знания, Васудева очень почтительно обратился к грешному Камсе с предложением. Текст 53. Прасанна, прасанна, ваданам боджо, ваданам боджо, нришам сам, нирапатрапам, нирапатрапам, манаса, манаса, дуяманена, дуяманена, вихасан, вихасан, идам, идам. Абравит, абравит. Прасанна ваданам боджо, прасанна ваданам боджо, нришамсам нирапатрапам, нришамсам нирапатрапам, манаса дуяманена, манаса дуяманена, вихасан идам абравит. Прасанна вадана амбоджаха. Васудева, который делал вид, что очень счастлив. Нришам сам. Нришам сам. Крайне жестокому. Нирапатрапам. Бесстыдному Камсе. Манаса. С умом. Дуяманена. Дуяманена. Исполненным тревоги и печали. Исполненным тревогой и печали. Вихасан. Вихасан. Улыбающийся. Улыбающийся. Идам абравит. Идам абравит. Сказал следующее. Сказал следующее. Переводы комментарии во Божественной милости Бхактивиданты с вами Шрила Прабхупады. Ум Васудевы был охвачен тревогой, ибо его жене угрожала опасность. Но, чтобы угодить жестокому, бесстыжему и грешному Камсе, Васудева притворно улыбнулся и сказал ему следующее. Комментарий Шрилы Прабхупады. Иногда в опасной ситуации человеку приходится лицемерить. Как это сделал Васудева, чтобы спасти свою жену? В материальном мире все так запутано, что, выполняя свои обязанности, невозможно обойтись без дипломатии. Васудева делал все возможное, чтобы спасти свою жену и зачать Кришну. Это значит, что человек вправе поступать лицемерно, чтобы защитить Кришну и его интересы. Уже было предсказано, что Кришна появился через Васудеву и Деваки, чтобы убить Камсу. Поэтому Васудева должен был сделать все, что в его силах, чтобы спасти положение. Хотя все было заранее устроено Кришной, преданный должен всячески стараться исполнить замысел Кришны. Кришна всемогущ, но это не значит, что преданный должен сидеть сложа руки и ждать, пока Кришна сам все сделает. То же наставление было дано и в Бхагавадгите. Хотя Кришна постоянно помогал Арджуне, сам Арджуна не сидел сложа руки и изображая из себя противника насильственных методов. Напротив, он принял участие в сражении и приложил все силы к тому, чтобы одержать победу. Намам Вишнупадая Кришна Прештая Бхутале Шримате Бхактивиданта Свами Итинамине
Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчача Дешатарине Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвейта Гададхара Шивас Ади Гауру Бхакта Вринда Харе Кришна, 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 Харе 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 Рама, 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 Харе Харе Нама Вишна Падая Кришна Приштая Бутале Шимате Ниранджина Свами Тинимене Хунахата Пресене Прабхупадиста Ште Санкиртана Правритя Аштам Хите Гурве Намаха Наманишкам Бхакте Сарва Бхакте Хите Хите Кришна Киртан Прана Ниранджина Самен Маха Ванча Калпатару Бешча Крипа Синубия Вача Патита Нам Паванебхьо Вайшнавебхьо Намо Намаха. Итак, мы продолжаем читать эту главу, где Васудева в очень непростой ситуации оказался, уже много текстов, он пытается успокоить Камсу, и никак не может, предлагает ему разные методы, варианты успокоения и мотивации. Но Камсу, как оказалось, не вдохновили объяснение, что он в следующей жизни может испортить свою карму и пострадать. Его не вдохновили утверждение, что о нем люди плохо подумают, общество, если он прямо здесь, прямо сейчас, прямо на колеснице, прямо на свадебной процессии убьет свою собственную сестру, которая только-только вышла замуж. И он, Васудева, перепробовал все эти методы, и он решает, проявляя смелость, проявляя храбрость, проявляя рассудительность и способность вести переговоры, он, как Шрила Прабхупада здесь говорит, иногда в опасной ситуации человеку приходится лицемерить. Давайте сначала вспомним, кто наши основные герои. Камса, как мы знаем, он не просто так какой-то царек, который там где-то в деревне, в Матхуре правил. Он пришел для того, чтобы разыграть, участвовать в играх Кришны в прошлой жизни. Кто был в прошлой жизни Камса, кто помнит? А? Каланеми. А до этого? Это очень могущественная личность. Изначально это Джай Виджай, это стражники ворот в духовный мир. И они пришли сюда, Джай Виджай, для того, чтобы посодействовать Господу. И они были уполномочены. Неправильно, да? Как правильно? А? Камса не был Джай Виджаем. Кем был Камса? Шишупала. Дандавакра. Ладно. Извиняюсь. Дело в том, что Камса, он не просто первый попавшийся, он был очень сильно уполномочен играть свою роль. И его могущество, которое он проявлял, оно было дано ему Господом для того, чтобы эту лилу разыграть. И Господь, он выбирает в своих играх для того, чтобы проявить какие-то свои качества, которые достойны восхищения самых необычных героев. Вот Васудева, он тоже не был просто мужем сестры Камсы. Васудева был великим преданным Господа, и это в этой жизни ему было даровано, ему и Деваке было даровано право на то, чтобы стать отцом и матерью Кришны в третий раз. Позже Кришна, он рассказывает им в третьей главе 10 песни, когда Кришна явится позже, как восьмой сын Деваки Васудевы, когда он явится в этой темнице после... как восьмой ребенок, а первые семеро детей были обещаны, и Васудева обещал всех детей отдать Камсе,
который боялся, что восьмой сын Деваки убьет его. И здесь дальше Васудева будет обещать ему не пугать его кармой, которая у него испортится у Камсы, а обещать ему честным образом отдать ему всех своих сыновей. И Васудева, он в этой ситуации ведет себя как честный, преданный Господа. Вот мы прочитаем сейчас из этой третьей главы Шримад-Бхагаватам, 10-й песни, «Рождение Господа Кришны». Когда Господь явился, Он только явился перед Васудевой Деваки, Он им сказал, Верховный Господь ответил, «Дорогая моя мать, лучшая из целомудренных женщин, в прошлой жизни, в эру Свайамбхувы, тебя звали Пришни, а Васудеву, который был самым благочестивым из Праджапати, звали Сутапой. Когда Господь Брахма велел вам двоим произвести на свет потомство, вы прежде всего подвергли себя суровой аскезе, обуздывая свои чувства. Мои дорогие отец и мать, вы безропотно переносили дождь, ветер, палящее солнце, зной и стужу, терпя всевозможные неудобства, связанные с временами года. Занимаясь пранаямой, чтобы с помощью йоги управлять воздушными потоками в теле, и питаясь только воздухом и сухими опавшими листьями, вы очистили свои умы от всей скверны. И желая получить от меня благословение, вы с умиротворенным умом поклонялись мне. Так, сосредоточив свое сознание на мне, погрузившись в сознание Кришны, вы провели 12 тысяч небесных лет, совершая суровую тапасию. О, моя безгрешная мать Деваки, постоянно погруженные мысли обо мне, с сердцем, исполненным глубокой веры и преданности, вы 12 тысяч небесных лет совершали аскетические подвиги, и я остался вами очень доволен. Как лучший из тех, кто дарует благословение, я явился перед вами в этом облике Кришны и спросил, какого благословения вы хотите. И тогда вы признались, что хотите сына, точно такого же, как я. Будучи мужем и женой, но не имея ни одного сына, вы испытывали друг другу влечение, ибо под влиянием Дева Майи, трансцендентной любви ко мне, хотели, чтобы я стал вашим сыном, поэтому вы нисколько не стремились освободиться из материального мира. После того, как я дав вам благословение, исчез, вы насладились соитием друг с другом, чтобы зачать сына, подобного мне, и я исполнил ваши желания. Не найдя никого, кто мог бы сравниться с вами в прямодушии, благонравии и других добродетелях, я пришел в этот мир под именем Пришнигарбхи, родившегося из лона Пришни. В следующую югу я снова родился у вас двоих, ставших моей матерью Адити и моим отцом Кашьяпой. Я был известен под именем Упендры, а поскольку я принял облик карлика, меня звали Ваманой. О, моя целомудренная мать, теперь я, та же самая личность, в третий раз родился у вас двоих. Знай, что слова мои истинны. Я показал вам эту форму Вишну лишь для того, чтобы напомнить о моих прошлых рождениях, а иначе, если бы я родился как обыкновенный человеческий ребенок, вы бы не поверили, что это и вправду явился Верховный Господь Вишну. Постоянно думайте обо мне, как о своем сыне, но всегда знайте, что я Верховная Личность Бога. Так постоянно с любовью и нежностью, думая обо мне, вы оба достигнете высшего совершенства, вернетесь домой к Богу. И Шукадева Госвами сказал, дав своим отцу и матери эти наставления, Кришна, Верховная Личность Бога, умолк, и тут же у них на глазах он с помощью своей внутренней энергии превратился в маленькое человеческое дитя. Иными словами, он принял свой изначальный облик Кришнасту Бхагаван Сваям. Итак, здесь мы видим, что главный герой Васудева, он не является обусловленным живым существом, который не знает, какое решение принять в этой сложной ситуации. Это чистый преданный Господа, который уже два раза служил Кришне как отец. И Деваки, она тоже не просто перепуганная женщина, они имеют по отношению к Кришне устойчивую любовь, стхай баву, в определенной расе, в вацали расе. Они испытывают по отношению к нему
устойчивое чувство родительской любви. Поэтому в этой ситуации мы видим, что Васудева и Деваки, они в этой сложной обстановке для них, они ведут себя удивительным образом не только как преданные Господа, которые всегда принимают прибежище у Него, а они ведут себя как преданные Господа, которые не только думают, что «Я твой Господь, и поэтому ты меня защити», они считают, что «Ты мой», это еще выше. Они считают, что сейчас Кришна в опасности. Явление Кришны, которое предсказано вот было этим голосом с неба, что он сейчас явится, и восьмой сын Деваки убьет Камсу. Этот Кришна, наш Господин, и мы его слуги, и мы должны сейчас сделать все, что мы можем для его удовольствия, для того, чтобы помочь ему в его планах. Васудева не думает о своем комфорте. Он думает о том, как мне поспособствовать воле Кришны. И поэтому здесь Васудева проявляет полное предание Господу, которое не только означает, что я хочу получить защиту в трудную ситуацию от Тебя, Господь, потому что только Ты меня защитишь, и никто другой, как Бхактивинод Тхакур объясняет в Шаранагати. Здесь Васудева, он принимает очень правильное решение любой ценой. Любой ценой, ценой своего дискомфорта, ценой дискомфорта Деваки, мы соглашаемся, он в следующих шлоках пообещает отдавать тебе всех своих детей. Но где-то в уме он думает, раз предсказано, что Господь явится, раз предсказано, что Господь убьет Камсу, это должно сбыться. И наше дело дотянуть любой ценой, своим дискомфортом в темнице, отдавая всех своих детей, мы дотянем до этого момента, когда мы поспособствуем, чтобы Кришна был нашим восьмым ребенком, и пусть он исполнит свою миссию. Понимаете, здесь Васудева выступает в роли защитника Кришны. Не Кришна выступает в роли защитника Васудевы, хотя мы понимаем, что Кришна защищает своих преданных, но Васудева думает о нем, как о своем ребенке. И это верхушка Шаранагати, это самое глубокое возможное чувство, которое преданный, предавшийся Господу, может проявить, это когда он вместо того, чтобы просить «помоги мне», он хочет пожертвовать всем своим ради Господа и сказать «я тебя защищу сейчас». И в эту же, в очень похожую ситуацию попала Арджуна. Давайте сейчас до Арджуны, пока мы не дойдем. Вот комментарий Шрила Прабхупада говорит, что иногда в опасной ситуации человеку приходится лицемерить, как это сделал Васудева. Но дальше он говорит, в материальном мире все так запутано, что, выполняя свои обязанности, невозможно обойтись без дипломатии. Шрила Прабхупада говорит о лицемерии сначала, а потом сразу же говорит о дипломатии, которую преданные в материальном мире применяют для того, чтобы выполнять свои обязанности. Это полностью две противоположные вида деятельности – лицемерие и дипломатия. Я даже заглянул в словарь значения слов для того, чтобы… Русские слова же используются, они имеют значение. И я пытался понять, в чем разница. Очень интересное значение. Что такое лицемерие? Как люди это объясняют, знающие лингвисты, да, язык? Первое значение – лицемерие. Показное поведение – не соответствующее внутреннему расположению души, мыслям, убеждениям, состоянию совести, желаниям, чувствам. Похоже на то, что Васудева сделал. В этом тексте говорится, что Вихасан, улыбающийся. Васудева улыбался, хотя очевидно, что он не чувствовал себя весело, правильно? И еще более сказано, первое слово «прасанна вадана амбоджига». Васудева, который делал вид, что очень счастлив. Вы можете себе представить, насколько это неестественно, делать вид, что ты очень счастлив, при этом улыбаться, когда левой рукой Камса держит Деваки за волосы, а правой готов срубить ей голову, и все твои доводы, они потерпели неудачу, они не вдохновили Камсу остановить это насилие. Вот в такой ситуации, когда поведение, не соответствующее внутреннему расположению души,
мыслей, убеждений, состоянию совести, желаний и чувств. Вот похоже ведь, да, поведение. Васудева притворяется, что ему хорошо. Второе значение – несоответствие внешнего поведения внутреннему состоянию души, вызванное желанием выказать себя не таким, каков есть в действительности. И вот если человек лицемерит для того, чтобы исполнить какие-то свои корыстные мотивы, достичь какие-то свои эгоистические цели, если он обманывает для себя, то это называется лицемерием. Правильно? Если он этим хочет добиться чего-то, чего ему не положено, если он ведет себя не так, как он себя чувствует, а для того, чтобы выкрутиться из какой-то ситуации, для того, чтобы в процессе переговоров он получил тот результат, который ему нужен, но не соответствует его внутреннему состоянию, он не заслужил его. Это называется лицемерие. Но тут же Шрила Прабхупада говорит, что преданные в этом материальном мире, в который очень сложен, они иногда должны, исполняя свои обязанности, применять дипломатию. Чем дипломатия отличается от лицемерия? Я посмотрел в словаре. Очень интересно, что такое дипломатия? Мы редко используем эти слова, поэтому нужно прибегать к более подробным описаниям. Дипломатия. С этим понятием связывают искусство ведения переговоров для предотвращения или урегулирования конфликтов. Похоже, да, на ситуацию, описанную Бхагаватам. Защите интересов государства. Защите. Дипломатия используется для защиты интересов не своих, а кого ты представляешь. Поисков компромиссов и взаимоприемлемых решений. Расширение и углубление международного сотрудничества. И вот в этом случае дипломат, он защищает чьи-то интересы, не свои личные. Дипломат – это не тот, кто эгоист, защищающий свои интересы. Дипломат – это тот, кто защищает чьи-то интересы, он представляет чьи-то интересы. И он умеет вести переговоры, как Васудева. Он умеет найти компромиссы, взаимоприемлемые решения. Какое взаимоприемлемое решение, в конце концов, они приняли то, что Васудевы Деваки отдают Камсе на убийство всех своих детей одного за другим, чтобы Камса не боялся, что у них родится тот, кто убьет его. Это ведь очень сложное решение, правильно? Но это решение он принимает как служение Кришне, потому что он верит. Раз было предсказано этим голосом, что Камса погибнет от восьмого ребенка Деваки, разберемся попозже. Сейчас нужно принять то решение, которое нужно, чтобы спасти Деваки, чтобы она стала матерью восьмого ребенка Кришны. И здесь он, Васудева, он становится на защиту интересов государства, Кришны. И расширяет и углубляет сотрудничество с Камсой. Это дипломат, это не лицемер. Он сейчас хочет защитить интересы Кришны. И поэтому он делает вид, что ему весело, что он не боится ничего, хотя внутренне очень боится, там они в ужасе все. Он делает вид, что его предложение, оно настолько хорошее, Камсе, которое он сделает, что ему тоже нечего бояться, мы договоримся. И очень интересно, как про дипломатов в разных местах говорят разные выдающиеся люди этого мира, я несколько выписал. Дипломатия – это способ делать и говорить противнейшие вещи приятнейшим способом. Похоже, да? Противнейшие вещи. Васудева, убивай всех моих детей одного за другим. Я же тебе доверяю, ты же нам доверяешь. Это противнейшая вещь. Но он ее говорит самым приятным способом, улыбаясь, счастье проявляя, это дипломатия. Если бы это делалось для себя, для каких-то своих корыстных мотивов, то есть я и мое, мой комфорт, то это было бы лицемерием. Но здесь Васудева, он прекрасный дипломат, он уговаривает Камсу прямо после голоса, который провозгласил с неба: «Камса, ты такой глупец, ты
управляешь колесницей Васудевы и Деваки, но ты не знаешь, что восьмой сын убьет тебя. Представляете, услышать такое для демона? Дальше. Еще одно описание дипломата, посла. Посол – это честный человек, хороший человек, посланный лгать в другую страну на благо своей собственной. Понимаете? То есть Васудев, он хороший человек. Он не преследует своих материальных корыстных мотивов. Но он честный человек, он лжет. Он, думая о том, что Кришна убьет Камсу, внутренне, внешне говорит, ты убьешь всех моих детей, и таким образом ты решишь все свои проблемы. Но он хочет послужить Кришне, который будет восьмым ребенком и убьет Камсу. Он слугой становится этого Кришны из родительских побуждений. Он даже не просит его, Кришну, прямо здесь, прямо сейчас как-то решить этот вопрос. Он понимает, что знамение прозвучало, что восьмой сын Деваки будет верховной личностью Бога, моим сыном. И он убьет Камсу, и он готов терпеть вот это вот время, 8 лет или сколько это занимает больше, до тех пор. Ему нужно сейчас найти компромисс с Камсой. Он не просит ничего для себя. Он для этого Кришну служит. Поэтому дипломатия, другой какой-то мудрец говорит, есть тонкое оружие цивилизованного воина. Здесь Васудева, он кшатри, да? Или он был кшатри или браманом, кто помнит? Кшатрием, но с качествами преданного, браманическими. Здесь Васудева на самом деле проявляет умение сражаться более правильное, более цивилизованное, более тонкое, чем Камса. Он побеждает Камсу в споре. И это дипломатия. Дипломат – человек, который так ответит, что забудешь, о чем его спрашивал. Это вот он сбил с толку Камсу. Камса настолько сбился с толку, что позже он так расслабился, что разрешил им жить во дворце. Позже его демоны, как их назвать, друзья-демоны, товарищи, они ему сказали, что и Нарада Муни даже пришел и сказал, что полубоги являются в разных местах, в разных семьях. Они приходят сейчас вокруг для того, чтобы создать атмосферу благоприятную для прихода Верховной Личности Бога. Вперед Господа всегда его свита приходит, они рождаются. Поэтому непонятно, где он может родиться, непонятно, какие полубоги рождаются вот в этих даже восьми первых детях Васудевы, Деваки и вокруг. Поэтому любой может тебя убить. Могущественные личности являются на эту планету прямо сейчас. Пока ты ждешь восьмого ребенка, уже начинают рождаться вокруг разные могущественные полубоги, и они могут представлять для тебя опасность. Они его напугали, Камсу, и после этого Камса опять испугался и посадил Васудеву и Деваки в темницу, заковал их в цепи, в кандалы железные. Но до этого он так расслабился, потому что Васудева его сбил с толку, он ему пообещал такие вещи и таким образом, что... Но это не лицемерие, нужно понять. Почему это не лицемерие? Давайте я еще одну цитату прочитаю. «Дипломатический язык – это средство выражения самой резкой мысли в самой учтивой форме для того, чтобы произвести самое резкое впечатление». И так далее. Всякая дипломатия есть продолжение войны другими средствами. И вот здесь мы видим, как воин Васудева не ради себя, а ради Господа, что делает его не лицемером, а дипломатом. Он слугой. Он применяет разные тактики, улыбается, как там было сказано, делает вид, что очень счастлив, что вообще неуместно. Он побеждает Камсу в этом споре. И что может прийти нам на ум, когда мы читаем комментарий Шрилы Прабхупады, где он говорит, что в материальном мире все так запутано, что, выполняя свои обязанности, невозможно обойтись без дипломатии. Сразу
можно подумать, так как дипломатия и лицемерие, они очень-очень похожи, они практически похожи. Единственное, что для кого ты это делаешь, разница. Ты можешь притворяться для себя, и ты лицемер, самый последний, самый низкий, веря в то, что вот все методы годятся, да? А ты можешь быть великим представителем, послом другого государства. Ну, на сегодняшний день все послы, все дипломаты, они являются представителями большой группы лицемеров в другой группе, для другой группы лицемеров. Это очень сложно, сейчас чистых мотивов ни у кого нету, но если мы подумаем, что вот Шрила Прабхупада сказал, что ради Кришны, ради исполнения преданного служения мы можем теперь с легкостью заниматься дипломатией, но если мы не являемся преданным, у которого есть чувство сильной привязанности к Кришне, у преданного, который находится на уровне, на высоком уровне шаранагати, как Васудева для Кришны это все делал. Если мы не будем осторожными, и мы раньше времени начнем применять сложные методы лжи, двуличия, лицемерия, как бы для преданного служения, но если мы не на этом уровне, мы станем лицемерами, и это очень опасно. И опасность в чем заключается? Опасность заключается в том, что если наше сердце слабо, если мы не искренни в своих мотивах, если мы не свободны от гун материальной природы, если мы не защищены Кришной изначально в процессе шаранагати, если мы не предавшиеся души, то тогда мы будем защищать свои интересы, к которым мы привязаны. И пример, который здесь Шрила Прабхупада приводит про Арджуну, он говорит, что Арджуна в Бхагавад-гите, он, как он говорит, это не значит, что преданный должен сидеть сложа руки и ждать, пока Кришна сам все сделает. То же наставление дано и в Бхагавад-гите. Хотя Кришна постоянно помогал Арджуне, сам Арджуна не сидел сложа руки и изображая из себя противника насильственных методов. Напротив, он принял участие в сражении и приложил все силы к тому, чтобы одержать победу. Это сделал Арджуна после того, как он принял прибежище. Помните эту ситуацию, когда Арджуна, он карпанья доша пахата свабхавах притчхамит вам дхарма самудхачитах. Это 2.7 Бхагавад-гита. А? Як чирьясян нишитан брухитан ме шишьясте ахам шадхимам твам прапанам. Арджуна, перед тем, как он, не складывая руки, принял участие в сражении и исполнил волю Кришны, до этого он полностью сложил руки. Он не только что руки сложил, он уронил свой меч, не меч, а лук Гандива. Он дрожал, плакал, он сел, он стоять не мог. Он разрыдался, и он признался Кришне в своей слабости. Вот это признание своей слабости Кришне, оно имеет огромное могущество, оно называется раскаяние. Перед тем, как мы начинаем лицемерить или, как мы думаем, заниматься дипломатией для Кришны, а на самом деле пытаясь защитить свои какие-то корыстные мотивы, перед всем этим мы должны пройти путь шаранагати, в котором очень важно признаться Кришне в своих слабостях. Арджуна говорит, что я больше не знаю, в чем состоит мой долг. Карпания – это скупость, доша – это слабость. Охваченный упахата, охваченный этой слабостью, скупости, страха, потерять свои привязанности. Я не знаю, в чем мой долг. И постыдная слабость купца лишила меня самообладания. Поэтому, это он говорит Кришне, поэтому прошу, скажи прямо, что лучше для меня. Отныне я твой ученик. Вот это очень важно, как он говорит. Шишьяс те ахам шадхимам твам прапанам. Шишьяс, ученик, те ахам, твой я. Он признался в своей слабости, он отказался от всех своих убеждений, привязанностей, от своей гордости, от жадности, от страха он отказался. Он признался в страхе, и в этот момент он от него отказался. В тот момент, когда мы признаемся перед гуру, перед садху, перед Кришной, перед священными писаниями в своей слабости, в этот момент
вот этот огонь раскаяния, он сжигает дотла все наши грехи, как говорит Кришна Бхагавадгите. В этот момент, признаваясь слабости, мы отказываемся от нее. Этот момент, это тот момент, когда человек начинает работать над собой по-настоящему. Он в этот момент признается. И в этот момент, когда мы открываем свое сердце перед Кришной и говорим его: «Вот я слаб», в этот момент мы уже не держимся за свою слабость. Потому что в этот момент, когда мы искренне раскаялись, мы можем сказать: «Шишьяс те ахам», ученик твой я теперь с этого момента. «Шадхи мам твам прапанам», пожалуйста, наставляй меня. Арджуна говорит: «Отныне я твой ученик и душа, предавшаяся тебе, наставляй же меня». Прапанам, предавшегося меня, наставляй. И это очень важно, потому что в этот момент, когда мы проявляем силу воли, силу свою духовную, душевную, признавая честно свои слабости, в этот момент Кришна наделяет нас, или гуру, или садху, или шастры наделяют нас новой силой. Это переломный момент в жизни человека, когда он говорит о том, что у меня нету силы своей. И он доверяет, вверяет себя шаранагати, как Бхактивинода Такур переводит очень красиво: «No one else, nothing else will protect me». Он говорит: «Никто другой, ничто другое не защитит меня, кроме тебя, Кришна». И Бхактивинода Такур в своих молитвах он обращает это к святому имени, которое не отлично от Господа. В момент молитвы мы должны это сказать. У нас нет возможности прийти к Кришне на Курукшетру, но у нас есть возможность, когда мы молимся Господу в момент молитвы к святому имени, к тому имени, которое нам-нам акари бахудха ниджа сарва шактис, которое не отлично от Верховного Господа, святое имя, которое является самим Господом, к святому имени, которое сам Господь прямо здесь, прямо сейчас, во время молитвы, мы можем Ему сказать, что я слаб, у меня нету сил контролирует свои чувства, свой ум, свой разум. У меня нету сил, но ты очень силен. Ниджа, сарва, шактис, все твои энергии находятся в твоем святом имени. Ты обладатель всех этих энергий. Я хочу, чтобы ты направлял меня. В этот момент мы обретаем силу, потому что тогда случается шаранагати. Тогда мы со смирением готовы слушать Кришну. Потому что Кришна сказал Арджуне позже? Он ему сказал, что избавься от всего, что неблагоприятно для твоего преданного служения, это элементы шаранагати. Прими роль слуги, что означает прими все, что благоприятно для преданного служения. А Кришна, он сразу применил к Арджуне дисциплину очень строго. Он его отругал. Сразу же, в следующих текстах он отругал Арджуну. И Арджуна, он согласился с дисциплиной. Это очень важный момент. Когда мы признаем свои слабости, мы должны быть готовы, нужно признать их таким образом, чтобы выказать готовность принять на себя дисциплину, принять Кришну или гуру или садху наставником. И в этот момент мы открываем свое сердце для практики преданного служения, и мы готовы следовать. Мы готовы не сохранять свои материальные привязанности где-то там для себя и одновременно пользоваться привилегией присутствие духовного учителя или Кришны, чтобы получать защиту, то есть и одновременно комфортно устроиться в этом мире. Мы полностью должны предаться. Шаранагати – это полное предание. Тогда в этот момент нам дается сила, настоящая сила. Она приходит к нам. И вот если преданный, который не является, не прошел, не принял этот процесс шаранагати, не сказал Кришне: «Я твой», не говоря уже о том, что Васудева, он чувствует: «Ты мой». Если мы даже не дошли до вот этого «я твой» и, соответственно, «ты мой», то тогда, если мы пытаемся пользоваться дипломатией, у нас получится лицемерие. Потому что если я не твой, а ты не мой, то тогда я сам по себе со своими интересами, а ты, Кришна, сам по себе со своими интересами. И поэтому вся моя дипломатия, она становится лицемерием. Поэтому нужно быть очень осторожным в этом направлении. И вот здесь Васудева, он проявляет хорошее качество преданного, огромное терпение, огромное смирение, огромное отречение. Он принимает добровольно на себя огромные трудности. Он убеждает Камсу.
в том, что нужно оставить Деваки живой. Он побеждает его в этом споре. Не то, что в споре, но в дипломатическом разговоре. Он находит взаимовыгодное решение. И это преданный. Поэтому в случае Васудевы нет ни капли лицемерия. Хотя внешне может показаться, что он в той ситуации, когда никому не радостно, он улыбается. И это он делает из желания доставить удовольствие Кришне. И наша задача теперь не пытаться подражать ему, применяя хитрые всякие методы в своих отношениях с преданными. Наша задача – пройти путь Шаранагати, сказать Кришне «Я твой», отказаться от всего неблагоприятного, принять все благоприятное, поверить, что Кришна – единственный мой защитник, Кришна – мой господин и повелитель, и смиренно принять настроение слуги. И тогда, если понадобится для представляя интересы Кришны в этом материальном мире, мы можем изо всех сил пытаться найти самые правильные решения для того, чтобы помочь Кришне в его миссии, так как этот мир очень сложен, как Шрила Прабхупада здесь говорит. В материальном мире все так запутано, что выполняя свои обязанности, если мы принимаем служение Кришне, свободные от корыстных мотивов, как свои обязанности, тогда невозможно обойтись без дипломатии, тогда мы можем применять дипломатию, и тогда мы останемся свободными от последствий своих действий. Дипломат, он может столько всего сказать. Там у меня много было цитат про дипломатию, все очень смешные. Дипломат может столько всего сказать, больше, чем во что даже сам верит. Но он это делает не от себя и не для себя. Он делает как представитель другого государства. И его не обвиняют в этом. Он не становится ответственным за преданное, не становится порабощен или скован последствиями своей деятельности в этом мире, даже если ему приходится внешне как бы лицемерить, а на самом деле быть представителем, послом Кришны в этом мире, то есть дипломатически действовать. Поэтому наша задача сейчас не пытаться тренироваться в дипломатии и лицемерии, а наша задача шаранагати, как Арджуна. Когда к нам придет слабость, она каждый день приходит, сказать Кришне «Я твой», сказать Кришне «Шишьясте ахам шадхимам твам прапанам». «Теперь я твой ученик, я вручаю тебе свою душу, научи меня». И после этого Кришна нам скажет, даст нам силы, Он наделит нас силой, Он наделит нас полномочиями, Он даст нам силы для того, чтобы преодолеть этот материальный мир, и Он нам скажет, что нужно сделать и как, и тогда мы можем смело идти по пути дипломатии в сознании Кришны, а это проповедь. Проповедь, она очень непроста в этом мире. Вот, на этом я хочу закончить. Есть ли какие-то вопросы, дополнения, возражения? Да, Матаджи. Вот микрофон есть, пожалуйста, говорите микрофон. Харе Кришна, я от всей души вас благодарю за лекцию, такую содержательную. У меня возник такой вопрос, вы не могли просто осветить все за это время. Шрила Бхактивинод Хакур говорит, что с преданными у нас любовные отношения, а по отношению к непреданным, демонам, чувство долга. Что касается дипломатии, в данном случае речь идет о Васудеве, который применил этот метод дипломатии по отношению к демону. Как складывается, прокомментируйте, пожалуйста, как могут или должны складываться отношения с преданными, когда требуются элементы дипломатии, но они как бы неуместны, потому что есть чувство любви, а не чувство долга. Может быть, я не совсем понятно задала вопрос. Очень хороший вопрос задали. Спасибо вам большое. Еще на несколько часов лекции хватит. Этот вопрос очень важный. Как нам с преданными быть? Потому что мы находимся в обществе преданных. И попадая в общество преданных, мы проходим через разные стадии роста преданности. Сначала мы коништа адхикари. Это те самые, которых старшие преданные уважают издалека. Но наша задача проявлять смирение, проявлять интерес, энтузиазм к общению со старшими преданными. И хотя они не очень склонны с нами дружить, а они не должны с нами дружить, потому что им Рупа Госвами сказал дружить с равными, и служить старшим, а с младшими проводить время только в том случае, если они
не настроены inimical, как по-русски? Враждебно, да, не настроены враждебно. То есть если преданный Каништа Адхикари настроен враждебно, то есть он критикует, вот он поправляет всех, то он попадает в ту категорию младших преданных, которых надо избегать. А ему нужно на самом деле общение со старшими преданными. И потом постепенно, если он сможет избавиться от критики и найдет в себе смирение, чтобы принимать общение старших преданных, потому что с равными ему тоже нельзя общаться. Когда говорится, что младшим нужно помогать тем, которые не враждебно настроены, то есть искренние, невинные. Конечно, адхикари невинные, ему нужно помогать. Это про мадьяма адхикари речь идет, о проповеднике. С равными нужно дружить, а старшим нужно поклоняться и принимать прибежище и служить им. Так вот, это наставление вот о этих трех видах взаимоотношения, оно применимо только к мадьяма адхикари, к старшим преданным. Не то, что к старшим, а к зрелым преданным. Потому что если Каништа Адхикари, который сам очень слаб, который отражает чье-то вдохновение, чью-то преданность, и он на уровне Утсахамаи находится, если он в этот момент отойдет от старших преданных и начнет пытаться дружить с равными, то равные для него на данный момент являются такие же преданные, которые не имеют духовной силы сами. И в попытке дружить с равными у него закончится праджалпой, потому что он сам не способен дать ничего, он нуждается в том, чтобы ему дали. Если он будет общаться с теми, кто тоже дать ничего не может, а тоже нуждается в том, чтобы получать прибежище, если двое незащищенных сходятся вместе, они не могут дать друг другу защиту, и они оба в дефиците вот этой духовного опыта, они будут не помогать друг другу, они будут проджалпой заниматься. Поэтому младшим преданным, которые невинные, искренние, но еще слабые, им рекомендуется общаться со старшими. Им не нужно с равными на самом деле, потому что это непрактично. Равные для них, они вовсе не являются зрелыми проповедниками, как и он сам. И ему тем более не нужно заботиться о младших. И вот такие преданные, они не должны пытаться что-то выдумать, как мне дипломатическим образом вести себя с непреданными, как мне дипломатически строить свои отношения с равными. Ему не нужно строить отношения ни с кем, кроме старших. Для младшего преданного вот такая задача. Потому что там они его научат, они ему будут давать наставления пошагово. Если он, младший преданный, из невинного, если он не принимает прибежище старших, от которых он реально зависит, если он становится ленивым и не хочет вручить себя полностью под чутким руководством достойных доверия преданных, он не совершает духовную практику, он все равно остается зависимым от старших преданных, но при этом он не принимает прибежище, не ставит себя в зависимое положение. Зависимый он находится от них, потому что он отражает их вдохновение, это Утсахамая. Чье-то вдохновение отражается во мне, поэтому он хочет постоянно, чтобы его вдохновляли. Но сам при этом он не хочет становиться ответственным, он не принимает дисциплину. Арджуна, когда принял Кришну своим наставником, он ему сказал: «Теперь ты меня научи. Шадхи мам твам пропанам, ты теперь меня учи, я становлюсь твоим слугой». Но если преданный начинающий, он не принимает дисциплину, ответственность под чутким руководством достойных доверия преданных, он все еще зависит от них, и не желая делать то, что они делают, он начинает ожидать от них постоянно, что они будут делать его работу. Понимаете? Он не получает достаточной защиты, потому что достаточной защиты не получишь, просто отражая чье-то вдохновение. Оно как бы приятно быть среди преданных, потому что они более продвинутые, но при этом, если я не становлюсь на путь ученичества, то я не получаю максимум пользы от преданных, и тогда я буду думать, что они виноваты в том, что я не полностью защищен. Понимаете? То есть не принимая всерьез их наставления и испытывая дискомфорт в своем духовном прогрессе, такой преданный, он начинает искать виноватых и находит их прямо в тех, от кого он должен зависеть, но не слушается. И тогда такой преданный, он начинает напоминать другим преданным:
подсознательно чувствуя, что от них я завишу, он хочет, чтобы они вели себя еще более вдохновленно, чтобы они избавились от всех своих анардх, чтобы они духовно прогрессировали еще лучше, потому что я завишу от их духовного прогресса. Понимаете? Потому что я отражаю их духовный прогресс. И такой преданный начинает критиковать всех вокруг преданных, на самом деле не из желания критиковать, а из желания улучшить их как преданных, чтобы мне стало легче, потому что чем лучше они, тем легче мне в их присутствии. Но я не хочу делать свою работу. Поэтому такой преданный, он начинает учить всех вокруг себя, как жить правильно. Потому что он подсознательно понимает, что если общество будет сильным, если лидеры будут мощными, духовные лидеры, если все вокруг менеджеры будут чистыми, и вообще все вокруг будут просто духовными лидерами, мощными, тогда я буду защищен. Он верит в эту часть защиты, которую он ощущает с самого начала, что находясь среди старших преданных, мне хорошо. Но он не верит в другую часть защиты, которая еще более могущественна. Это то, что я должен следовать их наставлениям и работать над собой изо всех сил. Понимаете, тогда становится вот, тогда этот преданный, конечно, дикари, он громко выражает свою слабость, о которой говорит Арджуне. У Арджуны есть слабость, но он принимает дисциплину от Кришны, он становится учеником. Но если преданный не принимает дисциплину серьезно, слабость у него остается, и он выражает ее очень громко в виде поучений, нравоучений, поправок и ожиданий завышенных от всех других преданных. Потому что он чувствует, что та часть все равно работает. Если все вокруг меня искренние, чистые, бескорыстные, смиренные, скромные, честные и все, что там вот 26 качеств преданных проявляется, то тогда мне хорошо. И так это и есть. Понимаете? Но и он начинает всех поучать и заниматься духовным прогрессом других. То есть он возлагает на своих старших преданных те обязанности, которые они возложили на него, то есть работать над собой серьезно. Но он этого не хочет делать. Он меняется ролями. Он становится наставником, такой преданный, который всеми недоволен и всех хочет уровень духовной практики, всех он хочет поднять. На самом деле он из нежелания заняться искренне своим сердцем, он становится наставником для своих старших преданных. Он им говорит, что, как они должны работать над собой. Меняются роли. И это полная подмена. Это полное лицемерие. То есть преданный, который внутри слаб и не готов открыто сказать «я слаб», «карпанья доша». Как Арджуна говорит, очень непросто кшатрию, великому воину, прославленному Арджуне, который кланялись все перед ним склоняли свои шлемы, он побеждал во всех битвах, он никогда не промахивался из лука. И вот этому Арджуне, великому воину, прямо между двумя армиями все на него смотрят. Прямо в самый знаменательный момент каково ему сказать, что я слаб? Каково ему выронить руки из рук, и стрелы, и сказать, что я полностью сбит толку, понимаете, это непросто. Эту часть взаимоотношений младшего и старшего выполнить очень непросто, поэтому не все дотягивают до того, чтобы признаться в своих слабостях искренне, принять прибежище наставников и потом делать то, что они говорят, с верой. И обрести эту силу. Многие не дотягивают до вот этого вот уровня, они дотягивают только до половины, что среди старших преданных мне хорошо, но свою работу я делать не буду, поэтому чем лучше они, тем мне полегче. Поэтому я буду им напоминать, что они должны стать еще лучше, еще лучше, еще лучше. И вот вся эта ерунда, она связана с тем, из-за того, что мы не можем, как и рекомендуется в шестишаговом процессе шаранагати, признать свою полную зависимость от Кришны и от преданных. И вот если мы не способны искренне признаться в своей слабости, все другое будет лицемерием. Все наши попытки с преданными взаимоотношения строить будут лицемерием, потому что мы не будем обладать силой помочь никому. Мы не обладаем силой принять прибежище других. Понимаете, то есть перед тем, как вступать в какие-то сложные политические диалоги, дебаты с другими, нужно просто проверить, а я принял прибежище по-настоящему, я искренне раскаялся в своих слабостях, я согласился на дисциплину,
И лучше над этим поработать. И во многих случаях это будет более практично, это будет более правильно. А то очень быстро можно стать наставником своих же наставников. Понимаете? И учить их прогрессировать и самому не делать то, что надо делать. И такие, конечно, дикари, они могут стать старшими преданными, они могут изучить Писание, они могут изучить логику очень хорошо, они могут очень разбираться во всем, они могут всем дать советы, но при этом сохранять свою слабость и при этом не чувствовать прибежище. Это вот в этом состоянии лучше не заниматься политикой, дипломатией, лицемерием, которым все это станет. В этом случае нужно просто очень искренне признаться в своей слабости и в этот момент обрести силу. И после этого служением заниматься. И вот если у человека есть эта сила, полномочия от Бога, он может служить другим преданным без, как сказать, не видя в них недостатки, а с любовью это делать. Примерно так. Я ответил на ваш вопрос. Харе Кришна. Есть ли еще вопросы? Да, пробуем. Там микрофон есть. Спасибо большое за лекцию. И я хотел спросить, вот в стихе сказано, что ум Васудевы был охвачен тревогой. Это первая строчка. Ну да. Да. И мы знаем, что причина была того, что был услышан голос, что восьмой сын Деваки станет причиной смерти для Камсы. Mm. Но вот у Камсы есть причина для тревоги. А какова причина тревоги у Васудевы, если в предсказании сказано, что восьмой сын Деваки? Mm. Это значит, что в любом случае Девика останется жива. Правильно. Здесь интересно, Шрила Прабхупада говорит в комментарии как раз. Уже было предсказано, что Кришна появится через Васудеву Деваки, чтобы убить Камсу. Поэтому Васудева должен был сделать все, что в его силах, чтобы спасти положение. Хотя все было заранее устроено Кришной, преданный должен всячески стараться исполнить замысел Кришны. Йога Майя, которая участвует во всех этих лилах Кришны, играх, она устраивает так, что преданные вовлекаются. Это, ведь все это для чего сделано? Для того, чтобы речь, ум и чувства преданного были полностью сосредоточены на Кришне. И Кришна не просто сияние какое-то, а я частичка этого сияния. И вообще нет никаких забот, нет никаких отношений, нет никаких планов прошлого, настоящего, будущего. Все одним цветом окрашено, все хорошо, нужно просто слиться, раствориться и не переживать. Нет. В играх Кришны, которые являются Сатчит-Анандой, личностью, постоянно разворачиваются очень насыщенные эмоциями события, в которые все вовлекаются по-настоящему. Сам Кришна, он сбит с толку своей собственной энергией для расширения спектра своего наслаждения, йога-майя, для того, чтобы верить, что он сын мамы Яшоды или сын Деваки, для того, чтобы верить, что его друзья побеждают его в играх, в беготне, в этой всей скакании, там, и когда они играются с телятами. Он верит во все это. Он иначе не насладится, и преданные без препятствий, которые возникают на пути их преданного служения, не смогут свою стаи-баву, свое устойчивое отношение к Кришне привести в движение. Понимаете? То есть это все равно, что представьте себе, у вас родительские отношения с Верховной Личностью Бога. Он явился вам как ваш ребенок, но при этом вы полностью, стопроцентно осознаете, что он вечная Верховная Личность Бога, безграничная, могущественная, повелитель всех планет. Как вы можете почувствовать в этот момент беспокойство, что он голодный, что его надо покормить молоком? Как вы будете переживать, что он там ушел с Баларамой, с другими пастушками, пасти телят, и там колючки какие-то на земле разбросаны, и там могут демоны появиться, а тем более несколько демонов там, когда уже появилось, все просто боялись за Кришну в лесу. Преданные должны бояться за него. Тогда они проявят свое служение, преданные вовлекутся. Эта стхайбава, этими препятствиями, она приводится в движение и начинаются вебичари-бхавы. Вебичари-бхавы, их 33 перечислено эмоции, очень сильных, очень глубоких, полностью вовлекающих эмоций, перечислено Рупа Госвами в Бхакти-расамрита-синду, они в «Нектаре преданности», которые я так и не прочитал, описаны. Это эти эмоции, когда преданный проявляет по отношению к Кришне в действии. Через это Кришна видит, что преданный меня любит, и этим Кришна наслаждается.
эти все взаимоотношения, они дают возможность проявить свою любовь. Если Васудеве не нужно ничего делать, он просто может расслабиться, как имперсоналист Майявади, посмотреть на все вокруг, сказать, все едино. И Камса, и я, и колесница, и деваки, мы все сделаны из земли, воды, огня, воздуха, эфира, и горшок глиняный, там это все едино. И что нам напрягаться, я вечная душа и так далее. Он находился в иллюзии йога майи, что он папа Кришны, ему надо родиться через 8 детей. И его это взволновало, он хотел что-то сделать, и он переживал. Переживал он там также за деваки, за свою супругу, потому что почему Камса переживал, потому что он услышал голос с неба, но здесь ум Васудевы был охвачен тревогой, потому что эта ситуация, которая здесь, уже много текстов после того, как Камса пытается прямо при нем убить его супругу. Он переживал. Но преданные вовлекаются. Преданные не становятся имперсоналистами, которые понимают безграничность и могущество Господа. Они вовлекаются в лилу благодаря йога майи, чтобы их любовь проявила себя в разных различных, очень впечатляющих, взаимных взаимоотношениях, понимаете? Это нужно. Иначе неинтересно ни Кришне, ни преданным. И вся жизнь Кришны во Вриндаване, она наполнена очень сильными эмоциями. Через них чувство разлуки хотя бы взять. Оно ведь настолько могущественное. Оно еще могущественнее, чем встреча, когда преданные много лет скучали по Кришне, который уехал в Матхуру. Понимаете? Он им рассказывал потом, гопи, что я в сердце каждого, я вездесущий, вам нужно просто научиться медитировать, подобно йогам, на свое сердце, вы там меня найдете, чего вы вообще скучаете, я не нахожусь ни в Мадхуре, ни там, я все время с вами. Но им не интересен этот безличный аспект Кришны, они им говорят, нам этого мало, мы любим тебя сильнее, чем просто йоги, ты нам интересен со своим красивым, привлекательным лицом, в этом возрасте Кишора, твоя улыбка, твои серьги, твои глаза, твои одежды, твои отношения с твоими преданными, нас все это привлекает, мы не хотим просто медитировать на какой-то аспект твой вечный в своем сердце, нам это неинтересно, мы любим тебя больше. И эта любовь, она должна быть выражена через какие-то действия, понимаете? Васудева тоже выразит свою любовь к Кришне через то, что он добровольно примет на себя все страдания. И так нужно для лилы, для наслаждения Кришны. Преданный добровольно принимает на себя трудности для удовлетворения Кришны. Я ответил на ваш вопрос? Да, вы очень хорошо ответили на этот вопрос. Если можно, я продолжу. Ну, так чисто информативно хотел узнать, от действий Васудевы что-то зависит или нет? Есть ли какая-то вариативность продолжения, скажем так, этой лилы? Или она изначально, скажем так, уже спрогнозирована, и что бы он ни делал, скажем так, все будет идти шаг за шагом? Или же у него есть, в принципе, разные варианты, и от его действий зависит, в какую сторону пойдет ситуация? Васудева, он и деваки, они уже третью жизнь являются как родители Кришны. До этого они являлись, до этого, в самом начале они были просто праджапати, двоими могущественными йогами, которые с много тысяч лет стояли нам где-то на райских планетах, в аскезах на одной ноге, с поднятыми руками, кажется, там. В общем, они делали выбор тогда. А Васудева здесь сейчас добровольно находится. Он принял это решение быть слугой Кришны, быть родителем Кришны. То есть невозможно этот вопрос каждую минуту ставить к одной и той же ситуации. Вот скажите, вы сейчас, вы утром планировали прийти на лекцию по Бхагаватам, правильно? У вас был выбор, был. Вы здесь сюда пришли, и сейчас вы здесь. И есть ли у вас сейчас выбор? Но это глупо сказать. А потом через минуту можно опять спросить, есть ли у вас этот выбор оставаться здесь. Вы его сделали, выбор-то ваш. Вы здесь добровольно, у вас был выбор прийти или не прийти. У вас было много разных выборов, но вы его сделали, и поэтому здесь, сейчас, это результат вашего выбора. Быть с Кришной. У Татаста Шакти у нас есть этот выбор, свобода выбора у нас есть. Либо мы Анукул, либо мы Пратикул. Кул – это берег. Анукул – это берег, который с Кришной. Пратикул – это другой берег, который без Кришны, против Кришны. У нас есть этот выбор. Поэтому, когда мы попадаем в духовный мир добровольно,
попадаем в то место, где Кришна являет свои игры, мы там полностью согласны с этим выбором. Это не то, что мы механически передвигаемся какими-то другими энергиями, которые нас не спрашивая что-то делают, и мы там просто как бы безжизненные какие-то части, энергии, которые вынуждены делать механически, автоматически, из-под палки то, что кто-то другой за нас выбрал. Нет, мы находимся там с Кришной, потому что мы сделали этот выбор, и он нам был дан, и мы добровольны там. И мы хотим быть с ним. Там мы хотим еще больше сделать для Кришны приятное. Кришна принимает служение преданного, он испытывает удовлетворение, и это удовлетворение – оно подобно поливанию корня дерева, который этот, влага с питательными веществами найдет в листике, и листья получают это удовлетворение, и они добровольно решают снова доставить еще больше удовлетворения Кришне. Каждое мгновение преданные хотят расширить спектр чувства наслаждения Пуруши Кришны, считая себя его слугами. Там все происходит добровольно, но это очень... Я, например, не способен разобраться, как использовать логику речи для того, чтобы сейчас все так объяснить, чтобы вы до конца поняли, потому что это очень сложная тема, и из поколения в поколение все пытаются понять, есть свобода воли, нет свободы воли, что было первым, что было вторым, что из чего проистекает. Легче просто принять, что сладость чистого преднаслужения настолько привлекательна, что все хотят ее, все обретают ее, кто хотят, и там они никогда не хотят отказаться от этого, это тоже их выбор, не хотят отказаться от этого. Духовный мир – это не место, которое, как описано, место, откуда никто не возвращается. Это, оно не потому, что оттуда не выпускают или оттуда там заперли тебя. Это место, в котором все выбирают снова и снова остаться, добровольно выбирают. Понимаете? Выбор есть. И сладость Кришны, она привлекательна, и преданные выбирают остаться в духовном мире навечно. И здесь Васудева выбирает из своей преданности служить Кришне. Поэтому его мнение учитывается, и он там, в этой ситуации находится, потому что он хотел быть там, и он там будет, и он еще больше захочет остаться там. Вот я бы так сказал. Все остальное, я не обладаю таким могучим мозгом, как у Брахмы, чтобы... Эта тема сложная, я не обладаю квалификацией, но что могу, что мог, я сказал. Я как-то смог ответить на ваш вопрос? Наша задача – общаться с преданными, которые имеют желание служить Кришне, чтобы обрести это желание. У нас есть этот выбор. Да, пробуй, Хари Кришна. А что заставило нас покинуть духовный мир? На что мы надеялись, уходя оттуда? Я еще слышал, раз скажите на начало предложения. Что нас заставило покинуть духовный мир? Мы надеялись, оттуда уходя? Потому что я слышал, что как минимум 3 раза Кришна просил нас этого не делать. Эту тему из поколения в поколение обсуждают многие философы, и тут можно годами сидеть. Есть вообще две разных точки зрения, которые... Одни говорят, что мы не падали с Вайкунхи или из Галоки Вриндаваны, но мы пришли из духовной обители, то есть мы из Брахмана, из Господа Вишну мы и зашли. Поэтому оттуда, с Галоки Вриндаваны, мы не падали. Так говорят. Этого придерживается Бхактивинода Тхакура, этого придерживается Вайшнава Чакравартти Тхакур. Многие преданные, которых я знаю, придерживаются такой точки зрения, и я ее придерживаюсь, если лично рассматривать. Поэтому мне очень трудно будет отвечать на вопрос, как мы оттуда упали, потому что оттуда никто не уходит. Разве что добровольно попроповедовать, как Джай-Виджай. Понимаете? Но мы не материальная частица, мы татаста-шакти, мы исходим из Господа Вишну, вот в этой реке, да, где есть анукул, протикул, у нас есть этот выбор, и выбор мы все равно делаем. И в самом-самом начале, когда нас, можно сказать, на заре творения создали, если так можно сказать, вечность назад, у нас был этот выбор, и мы выбираем, либо мы полностью свободны выбрать, либо мы хотим служить Кришне и сопереживать его счастье, либо мы хотим служить себе и сопереживать свое счастье. Но так как мы не часть этого мира, для нас создается вся эта инфраструктура с покрытиями, ложным эго, разумом, умом, телом с чувствами. Мы тут что-то сопереживаем. То есть те, кто попадают в духовный мир раз и навсегда, в тот духовный мир, где есть взаимоотношения в расах, где есть тхай-бава, устойчивое отношение с Кришной, где есть преданные, которые называются ашрая, тот, кто несет в себе любовь
дает прибежище любви в своем сердце, где есть Вишая, Кришна, по отношению к кому эта любовь направлена, где удипаны, то есть стимулы любви, вдохновляют нас, нашу стхайбаву, прийти в волнение, и в нас пробуждаются вот эти вебичари-бавы, то есть волны преданности на океане нашей преданности, и это все взаимоотношения уже с Господом разные, вот с эмоциями связаны. От этого уже никто не отказывается никогда. Но то место, откуда мы пришли сюда, судя по всему, как многие считают, тоже является духовным, то есть это из тела Господа Вишну. Но еще у нас не было расы. Расы не было. Понимаете? То есть мы как духовные заготовки, которые никогда не применили себя еще по максимуму в любовных отношениях с Кришной на Голоке Вриндаване. И там у нас мы сделали выбор. Но многие со мной поспорят, и потому что есть люди, которые... Я поэтому не ударяюсь особенно в споры эти. Я не хочу спорить, я выразил свою точку зрения, но оно может быть бесконечным спором. Но в конце концов Шраванам, Киртанам, Вишну Смаранам нам всем остается как метод. Лучше не тратить свою энергию, ума на споры, потому что нам очень мало времени осталось на духовную практику, и нам лучше заняться ей. Лучше нам слушать о Кришне. Забыли мы о нем или никогда не знали о нем, наша привязанность к нему будет возрастать пропорционально тому, как мы слушаем о преданных, которые привязаны к нему, рогатмики бхакты. И поэтому сопереживая вместе с ними их любовь к нему и сопереживая вместе с ними любовь к Кришне по отношению к ним, мы привяжемся к духовному миру. Мы скажем себе тогда, в конце концов, я хочу быть таким, как они. Я хочу быть вместе с ними, там, где они. И это желание, оно станет основой спонтанного преданного служения и целенаправленного слушания игр из Вриндавана, которые происходят между Кришной и преданными, у которых есть раса. Поэтому нам есть чем заняться, если честно. А вот, вот выяснение вот этого вот противоречия мы можем оставить на потом, когда у нас будет, скажем, Ручи, Асакти, Бхава. Там это может сыграть большую роль для нас, выяснить. Сейчас на уровне для многих анартха-неврити и неустойчивой нишки, и отсутствие намаручи, в этом разбираться просто не надо, трата времени. Также нам не надо разбираться, что другие преданные неправильно сделали, и как им стать лучше, тоже не надо разбираться. Нам нужно признать свою слабость. Карпанья, доша, пагатасва, бхавах. Вот этим заняться прямо сейчас – нужно. И поэтому нужно искать тех преданных, которые признали себя слабыми, приняли шаранагати, приняли прибежище у Кришны, сказали, что никто другой, ничто другое меня не защитит. И обрели силу. И поэтому нам, общаясь с ними, мы можем стать такими же, как они, скромными, смиренными, обрести силу. И тогда мы сможем помогать младшим, мы сможем дружить с равными, и мы сможем реально служить старшим. Примерно так. Я ответил на ваш вопрос. Мы проходили. Да, это мы проходили. Микрофон, тут, говорите. Но тут еще один момент. Не закрывайте его руку, он пищать начинает. Просто говорите в него. Момент, что у нас у всех есть возможность попасть на Голоку, да? Есть у всех, правильно. И кстати, понимание этого вопроса может нам и поможет продвинуться в Асакти. Еще раз, я имею в виду понимание вопроса, для чего мы пошли на такой риск, может, на данном уровне поможет и обрести асакти. Но я другое хотел, как бы, путь про... Те, кто с Вайкунтхи попадают сюда, да, а таких, наверное, немало. Джай-Виджай, вот есть двое, точно. Как минимум, да? Да. Добровольно и ненадолго. У них появилась возможность отправиться на Голоку. Ну, это другая тема. Это надо серьезно, детально погружаться вот в разные непростые книги предыдущих ачарьев, которые не все переведены даже. Я не стану обсуждать. Это не тема сегодняшней лекции. Я хотел подчеркнуть важность шаранагати и хотел подчеркнуть неважность лицемерия и дипломатии, пока мы еще сами толком не обрели силу. Вот это была сегодняшняя тема, и я думаю, что нам есть чем заняться. Теджи Прабху. Хари Кришна, Саш Прабху. Спасибо за, как всегда, очень глубокую философскую лекцию, искреннюю.
Вы сегодня говорили о шаранагате и свободе выбора, которая у нас есть, как у преданных. Я хотел бы, чтобы мы просто сегодня немного прославили одного из преданных, которым мы всем обязаны. Это Ананта Шанти Прабу. 5 июня 2013 года он ушел. И совсем недавно была эта шестая годовщина его ухода. И это как раз, ну, на мой взгляд, это один из многих примеров нашего движения, когда человек полностью предался. И если вам вот позволяет время, есть интерес, я просто короткую хочу выдержку из его интервью, которое он дал в 1988 году, когда он только вышел из тюрьмы, из психиатрической больницы в том числе. Прабхупада спросил меня при первой встрече: «Где сейчас Ленин?» Я ответил: «Ленин в мавзолее», на что Прабхупада возразил, что в мавзолее находится только тело Ленина, а сам он в другом месте, имея в виду, что мы не тело, а душа. Затем он спросил меня, в чем разница между людьми и животными. Я ответил, что люди, в отличие от животных, наделены интеллектом, и Прабхупада сказал: «Верно». Благодаря встрече с Прабхупадой я нашел смысл жизни. Я не воспринимаю ее как какое-то событие из прошлого. Он как будто бы до сих пор, она как будто бы, эти события, они как будто бы до сих пор происходят у меня внутри. И сейчас, когда я рассказываю вам о ней, об этой встрече, я чувствую, будто сижу перед Прабхупадой и описываю вам мои впечатления. Когда Прабхупада уехал из Москвы, он оставил во мне настолько сильное впечатление, что я сразу же стал проповедовать, при том, что у меня не было ни книг, ни технических средств. Власти попытались представить меня и других преданных душевно больными преступниками. На суде они утверждали, что вегетарианская пища вредна для тела, а мантры вредят психическому здоровью. Все понимали, что дело против нас было сфабриковано КГБ, но никто ничего не мог поделать. Меня посадили в психиатрическую больницу тюремного типа, где подвергали многомесячным курсам психотропных средств. Я чувствовал себя ужасно и просто лежал пластом на кровати, не в состоянии сосредоточиться ни на чем. Когда я пытался читать мантру вслух, дозы препарата увеличивали до смертельно опасных уровней, так что мне приходилось читать про себя. Под воздействием препаратов я не находил себе места. Все время требовалось менять положение тела. Это была настоящая многолетняя пытка. 16 кругов мантры вместо полутора часов занимали почти целый день. Но я читал 16 кругов каждый день. Я боялся, что если не дочитаю сегодня, то завтра мне вообще не предоставится возможность для этого. Когда меня выпустили, я встретил одну женщину, известную диссидентку. Она провела в психиатрической тюрьме всего полгода и искренне удивлялась, как я мог столько лет это выдерживать. У нее было ощущение, что если бы ее продержали там еще немного, она бы полностью утратила человеческий облик и превратилась в животное. К счастью, то, что я читал 16 кругов каждый день, спасло меня. Мне даже казалось, что я развиваюсь в духовном плане. В перерывах между курсами медикаментов я чувствовал себя в таком духовном блаженстве. Я не считаю, что годы, проведенные в тюрьме, были для меня полностью потеряны. Единственная проблема – это то, что я не мог там проповедовать. То есть он сожалеет, что, говорит, не было возможности проповедовать. Я сидел с маньяками и убийцами. Вначале в тюрьме, а затем в больнице тюремного типа в Смоленске. Больница располагалась на территории тюрьмы и сочетала в себе все недостатки и тюрьмы, и психиатрической больницы. Мы проводили дни в заперти и небольших камерах, в которых содержалось по 20 человек. В камерах была жуткая духота. Мыться позволяли очень редко, порой раз в месяц. У некоторых из нас завелись насекомые-паразиты. Еда была грязно приготовленной и ужасной на вкус. От плохого питания люди теряли зубы, из десен сочилась кровь. При этом мои соседи и в самом деле были душевно больными преступниками. Так что между ними постоянно возникали драки. Персонал больницы тоже нас бил. Моим родственникам сказали, что меня не выпустят никогда, и мне было очень тяжело с этим смириться. Я потерял всякую надежду на улучшение материальных условий, но у меня оставалась надежда развиваться духовно. В тюрьме была система наказания? Да. Например, каждое утро я пытался хоть как-то помыться и постирать одежду, за что получал побои от персонала.
Наказывали и инъекциями психотропных препаратов. Ко мне относились особенно плохо, потому что я сидел за свои религиозные убеждения. Но в итоге я узнал от матери, что мои духовные братья по всему миру начали кампанию за освобождение нас из мест заключения. Так что последние полгода ситуация немного изменилась. Мои тюремщики почувствовали, что началось движение в нашу поддержку, и мои условия слегка улучшились. Я даже смог начать немного проповедовать. Когда меня выпустили, выяснилось, что премьер-министр Австралии персонально попросил Горбачева выпустить меня, за что я очень благодарен ему, как и моим духовным братьям, хлопотавшим за меня. Ананта Шанти Прабу Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай, Санкиртана Ягья Ки Джай, Гур Примананда, Хари Хари Бол. Ананта Шанти Прабу, еще один посол, дипломат, представляющий интересы другого государства, Шрила Прабхупада. Тоже не слабо ему досталось, как Васудеве. Да. Признается, говорит, я, говорит, не сентиментальный человек, Индрадюм Махарадж, но когда я узнал, что Ананта Шанти ушел, я упал на землю и рыдал. Я понял, что это ушел настоящий герой, что это настоящие преданные Шрилы Прабхупады. Вот. У него была свобода выбора, и он ее сделал. Хотя после этого на какое-то время могло показаться, что он отошел от движения, но это можно было объяснить только теми нечеловеческими дозами психотропных препаратов, которые вот на нем применяли. И в конце концов, вот мне повезло, наверное, Сависачи тоже, мы имели возможность видеть эту личность в Москве. Вот он один раз приехал даже на Сухаревский фестиваль. Рукмувати Матаджи ушла уже, наверняка она имела возможность с ним общаться даже. То есть видно, что эта личность, которая она полностью предала Шрилу Прабхупаду, несмотря на то, что как бы казалось, что он как бы отошел от этого движения, то у Индрадюмна Махараджа нет никакого сомнения, что Шрила Прабхупада забрал его обратно к себе для дальнейшей проповеди. Шрила Прабхупада Ки Джай, Ананта Шанти Прабу Ки Джай, Гор Примананда, Хари Бол. Шрила Прабхупада Ки Джай, Ананта Шанти Ки Джай, Гор Примананда, Хари Бол.